Всем привет подписчикам. Вот я тут к одной мусорке подъехал, видите, какой принтер стоит. HP. Какой-то весь пыльный. Откроем. Ух, тут ничего. Тут там закрывается. Весь он такой цветной. Так, а тут еще куча планшетов. Посмотрим, что тут. Ну, тут что-то есть, так и батареи нету. Вот еще. Ох, тут и сколько. Ничего их тут. А, побитые все. Побитые. Нету этого целый, слушай, там. Ладно, эту я коробку забираю. Сразу всю. А тут вот. Смотрим, в баке там мусорном что лежит. Кончик, какие-то провода, тут что-то в коробке непонятно, автоусилитель какой-то ржавый, там корпуса какие-то, вон телевизор Sony, более видно, что разбитый, там еще один телевизор, тут какой-то сабвуфер лежит, о, тут плат всяких. Коробку вот я все забираю. А тут что интересно. Романтик. Неубиваемый. 306. Даже кассета. О, он целый даже. Забираю. Тут вот батарейка от сотового. Ну, она пухла, не буду я брать. Телевизор такой пыльный. Мистерий. Экран вроде не битый. Какой-то весь это. Даже со шнуром. Все это я забираю. Такой сегодня богатый улов. Кто-то повыкидывал что-то. Там внизу я посмотрел, ну там корпуса какие-то там, пенопласт, кинескопы там, не знаю, ну что. В общем, вот это я сейчас коробку, вот это магнитофон, усилитель и два телевизора, я это забираю. И забираю принтер, не знаю, брать, не брать, ну попробую, возьму и вот эту коробку. Как бы ящик с планшетами заберу. Жутко тяжело весит-то. Вот такой улов. Всем пока, до новых видео.